Эмоции, которые никогда не отпустят. Администрация края и архитектурно-строительный колледж в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом организовали памятную акцию. Первокурсникам рассказали о террористических актах в Беслане, где 18 лет назад захватили школу. На школьный двор въехал грузовик. Оттуда выскочили люди в масках и с оружием в руках. Они начали стрелять и загонять толпу в школу. В нашем колледже традиционно внизу мы чтим память жертвам этого террора. Жертвам в основном это, конечно, были дети, это ужасно. Вот даже я говорю, сейчас это мурашки. На уроке также первокурсники порассуждали, что для них значит терроризм. Отобразили это на рисунках и вместе вспомнили о всех крупных мировых терактах. На тренировочном занятии стараемся у людей, чтобы не терялась бдительность, острота восприятия к тому, что может произойти. К сожалению, сегодня никто от этого не застрахован. В конце урока студенты на улице выпустили в небо белые шары в знак памяти всем погибших в ходе терактов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.